Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. С каждым годом возрастает численность транспорта и, соответственно, движение на дорогах становится все более интенсивным. И потому нелегкая работа инспекторов крайне необходима. О том, как отметили эту дату дагестанские сотрудники ГИБДД и ветераны ведомства. Камиль Девятов. В Махачкале в управлении республиканского ГИБДД прошло открытие мемориала, посвященного памяти погибших сотрудников. В открытии приняли участие министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов и заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров. Летит, летит, манерный клин устал. Профессиональный праздник отличившихся сотрудников госавтоинспекции глава дагестанского МВД поощрил знаками отличия, наградами и грамотами ведомства. Также свои награды получили и ветераны службы. Ветеран госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан. То, что работа ГИБДД важна, наверное, бесспорно. И именно так мы относимся к этой службе. Это очень важная служба. Возможно, в плане выполнения вот сиюминутных задач по обеспечению безопасности. Это самая важная служба Республики Дагестан. Государственная автоинспекция была создана 3 июля в 1936 году. И по сей день сотрудники ГИБДД ответственно следят за безопасностью на дорогах по всей стране. Регулируют движение, ловят нарушителей и приходят на помощь. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.